Официальный день памяти жертв политических репрессий отмечается с 1991 года. В этот день вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. Всего в Чувашской республике около 1000 человек – это дети репрессированных родителей. Но в Чебоксарском отделении общества жертв политических репрессий на учете состоит около 100 человек. Это горожане, имеющие трудовой стаж 40 и 50 лет, большинство из них награждены различными знаками отличия, в том числе и за участие в Великой Отечественной войне. Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, проходит в Новочебоксарске ежегодно. В этом году около 40 человек собрались в Центре социального обслуживания населения, чтобы вспомнить тех, кого сейчас нет рядом. В мероприятии приняли участие управляющие делами администрации города Марина Боярская, заведующая сектором реализации социальных программ администрации Новочебоксарска Ирина Степанова, а также руководители и представители социальных и медицинских организаций города. Сегодня одна из самых трагичных страниц нашей истории. Но история такая, какая она есть. Мы принимаем ее в ее настоящем виде. Мы не имеем права, ни вы, ни мы, ни последующие поколения, ее переписать. Поэтому сегодня мы вспоминаем тех, кто был репрессирован, кто был невинно осужден, кто погиб или сгинул в лагерях. Мы желаем здоровья тем, кто живет сегодня. И говорим вечная память тем, кого нет. В рамках встречи активистов общественной благотворительной организации жертв политических репрессий наградили грамотами. Для гостей накрыли столы и звучали различные музыкальные композиции в исполнении воспитанников детской школы искусств. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.